700 лет истории слова. В Российской национальной библиотеке представили уникальное издание. Над ним сотрудники трудились несколько месяцев, перебирали огромные фонды русской литературы. В одной книге они собрали цитаты всех выдающихся писателей и поэтов страны. Мастеров слова расположили в хронологическом порядке от лаврентьевской летописи, созданной еще в XIV веке, до изречений деятелей советской литературы. Каждый разворот посвящен отдельному автору и его мыслям об отечестве и родном языке. В книге множество иллюстраций, изображения прижизненных изданий и даже фрагменты рукописей самих авторов. Александр Петрович Сумароков в 18 веке еще писал: «Восприятие чужих слов, а особливо без надобности, есть не обогащение, а порча языка». Понимаете? И мы портим свой язык. А что такое язык? Язык – это наше все, это наша духовность. На примерах точно подобранных цитат русских писателей и поэтов говорится о их любви к родине, об их патриотизме, о величии русского языка и литературы, великой объединяющей силы. Первый тираж всего 450 штук. Он ознакомительный. Экземпляры книги планируют подарить в том числе президенту России и федеральным чиновникам. Ну а следующее издание направят в библиотеки Петербурга. После начнут работу над электронным вариантом.